Ранкові авіарейси з Шарм-ель-Шейха, Будапешта, Катовіце і Борисполя в Одесу перенаправили на посадку на запасні аеродроми. Два рейси до та зі Стамбула скасували. Такі зміни в розкладі перельотів сталися через сильний туман. Погода внесла коррективы в расписание Одесского аэропорта. В первую очередь речь идет о четырех авиакомпаниях. Это SkyUp, MAU, Ryanair и Wizz Air. Самолеты не смогли сесть из-за погодных условий, соответственно, были направлены на запасные аэродромы. Сейчас мы наблюдаем улучшение погодных условий. Это значит, что все пассажиры, которые приземлились на запасные аэропорты, будут сегодня доставлены в Одессу. Пассажирам радять стежити за розкладом на сайте аэропорту.